Знаете, фонд Владимира Спивакова объединяет тысячи талантливых детей не только из России, но и из других стран ближнего зарубежья. И вот сейчас на сцену выйдет наш юный гость совершенно сокрушительного обаяния из Армении. Зовут его Нарек Казазян. Он родился и живет в городе Ванадзор, который примерно километрах в 100 от Еревана. Там он учится в государственном колледже имени Таврезяна. Его педагог Анаит Овсепян. Играет он на армянском национальном инструменте, который называется канон, и весьма напоминает наши русские гусли. Итак, Аветисян. «Вечное движение». Маэстро Нарек Казазян.